Такие открытые концерты «Юные дарования» дают раз в месяц. Все музыканты предварительно проходят мастер-классы с именитыми педагогами. Воспитанники центра также пишут свою музыку, играют ее, получают критические или хвалебные рецензии. Год назад было решено, что в рамках образовательной программы талантам необходим и массовый зритель. Поэтому уже 13 ноября, в среду, дети, которые столько сил и времени отдают любимому делу, дадут полноценный концерт под названием «Музыка для флейты и фортепиано». Все желающие могут совершенно бесплатно посетить его в парке науки и искусства «Сириус». Зал «Оранжевый форум». Начало 18 часов. Вход свободный.